Всем привет, ребят! А ну что у нас сегодня? Как я вам и обещал, наш москвич уезжает в автомастерскую кузовную к Денису на, понятно, там на грунтовку, на подготовку, на покраску. В общем, на приобретение нового вида, чтобы этот автомобиль выглядел уже, ну, реально достойно для своих лет и реально как автомобиль. Поэтому у нас уже заехал эвакуатор. Все это дело мы сейчас загружаем и поехали к нему. Друзья, сегодня такой раздался неожиданный звоночек. Дениска звонит, встречайте, еду. И вот он приехал. Что? Боишься-то, блин. Спасибо. Помните, да? У нас кузовная наша, привет, которая постоянно нам помогает со всякими вот такими проектами. И по факту, вот, ребята, ну вы это все видели.
по факту получился вот такая вот красота, красотища бы я даже сказал, поэтому, блин, респект тебе и уважуха. Ну. Все красота, все классно, все красиво, все прям просто исключительно замечательно. Ярко, весело, красиво, необычно даже. Ну, как необычно, потому что... необычно, потому что мы уже отвыкли от таких автомобилей. Мы же на дорогах их не видим, то есть только либо на каких-то мероприятиях, где привозят вот такие вот ретро-тачки, либо уже, ну, где-то на выставках, ну, опять же, на каких-то мероприятиях. Почему вот такой цвет? А потому что посмотрели картинки, ну, и реально вот очень много фотографий, где вот именно вот в такой вот комбинации вот такого вот расцветки вот именно таких автомобилей, я так понимаю, было очень много. Потому что по фоткам смотришь, там, блин, всякие разные. Да, прикольно, да, весело. Напишите, может быть, кому-то не нравится, но мне вот, например, очень даже нравится. В общем, ребят, все потихонечку получается. Сильно не ускоряемся, потому что в любом случае, сами понимаете, еще придется искать очень много запчастей. Если у вас что-то есть, буду очень признателен для того, чтобы нам облегчить все вот эти поиски всяких, да тут вплоть до всего, до всех вот храмулюшек, все придется искать. В общем, ребят, на самом деле работы было проделано уже очень много. Я думаю, что здесь уже можно пока зафиналить. Ну и, соответственно, дальше мы уже продолжим работать здесь уже с установкой всех узлов, сборка салона, рамки, да, вот здесь хроник, короче, прям дофига. Ну а пока у меня все, ребят. Смотрите нас, подписывайтесь, обязательно что-нибудь предлагайте. Пишите, какие у вас есть запчасти. Ставьте вот такие лайки. Ну все, пока.